Друзья, этот ролик сподвиг меня один мультитул, он здесь лежит. Дело в том, что обычный, будем говорить, предмет для нас, когда мы его взяли в руки, увидели, что он совсем как-то напичкан, непонятно. Объясняю, смотрите, немножко в сторону уйдем. Это кусачки, правильно? Кусачки есть разные, есть просто кусачки, есть кусачки, щипчики, да? Вот с такой вот пилочкой. Вот она, с напильничком. Все это убирается, прячется. Нормальный, аккуратный предмет. Даже, наверное, есть отверстие для того, чтобы его закрепить, повесить. Вот. В сторону его. О том предмете, который сейчас покажу, в нем есть ножницы. Ну, смотрите, ножницы есть разные. Вот ножницы маленькие, хорошие, удобные. Вот тоненькие, тоже удобненькие, что там делать. Какие-то расхлябанные железо, нержавейка. Даже есть вот такие, непонятные совсем. Для чего они нужны? Как-то вот так. Ладно, все это сметаем в сторону, к этому, к чему ненужному. Вот ножницы, которые, будем говорить, как мультитул. Брелочек, раскладные. Вот это и вот это уже можно работать. Давайте я ножницы вам разложу. Все? Готовы ножницы с этим предметом. Можно пользоваться. Эти ножницы, между прочим, хороши. Режут неплохо, тем более компактные, прячутся, заточены хорошо. Ладно. И вот сам предмет, о котором пойдет речь. Вроде бы ключ, вроде бы удобная ручка. Ну, он уже побывал у прежнего хозяина. Я не знаю, чем он занимался, но смотрите, здесь у него разбито. Видимо, пытались и гвозди забивать. Значит, это инструмент рабочий. Правильно? Здесь у нас к этой открывашке есть шлицевая отвертка прямая. Крестовая отвертка. Это два предмета я показал. Их всего 4 здесь, с этой стороны. Зато в YouTube нашел вот этот вот ролик вот с таким вот мультитулом. Вот. Выглядит он точно как мой нож. И толщина точно такая же. Но только он имеет у себя в комплекте полноценный ножичек, на лезвии написано Made in Japan. Есть открывашка с отверткой. Вот. Два предмета с одной стороны и один предмет отвертка. Вот. Но отвертка у него открывается... Пилочка, о которой я говорил. Пилочка. И довольно-таки в приличном таком исполнении. Так. Удобно одной рукой. Вторая рука у меня в гипсе, будем говорить так. Вот, смотрите, пилочка. Очень удобный инструмент. Женский, да? Женский, блин. Здесь получается пилочка и ножницы. Ножницы такое Г. Я не знаю, они ни разу еще не работали с того момента, как... Вы скажете, криворуки, все такое, но, блин, сколько мультитулов умею делать ножницы. Пружина здесь не встает нормально. Ну, просто, ну, застегнули, все. Ну, не работает. Пилочка агрессивная. Она ножом не является, нету ножа. Что это за мультитул, у которого нет ножа? Ножницы говняные. Отвертка какая-то сырая.
убираем ножницы, оставляем отвертку. Пилка нам тоже не нужна. Что это за инструмент такой? Вот два предмета. Все. Есть, конечно, у меня где-то завалялся нож, лезвие. По идее, будем говорить, подойдет. Можно попробовать поставить, заняться этим делом. Есть, конечно, и другие всевозможные ножи, маленькие. Ну и не будешь же таскать вот этот предмет с этим предметом. Еще, может быть, и сейчас мультитылы идут и с пилками, и с всякими наборами бит. Есть вот такой ножичек тоже, как бы бабочка, балисон карманный. Но зачем что-то придумывать, что-то городить? Вот еще есть карманный маленький. Здесь ключи, брелок, открывашка и отвертка. Так. В общем, короче, все это меня на... Вот это все говно меня просто надвигло на то, что я поискал на Алиэкспресс. Вот. Вот. Поставили мы сюда отверточку. Заниматься его переделкой, отделка выделки не стоит нафиг вообще. Я думаю, что его можно оставить как раритет. Есть вот такие уже ножи. Так, ну кто-то же сделал его. Блин, я не знаю. Пишите, может быть, знаете, чье производство, кто его мог сделать. Или видел кто-то такие. Накладок не было, он был проржавевший. Пришлось его почистить перед съемками. Ножницы давно в таком состоянии. Отверткой я этой ничего не крутил. Возить его с собой в подсумке для велосипеда. А функция такая всего лишь одна. Остальные, ну, не пригодятся никак. Уж тогда уж иметь вот этот вот. Ролик был вот об этом ключе. Кому понравилось, пишите, блин.